классического балета, вот такого как Корсар, очень длинная история. И эта история связана с эволюцией этого спектакля. Спектакль менялся, спектакль все время преображался, спектакль редактировался. И вот когда пришло время делать новую редакцию, я, в общем-то, решил сделать спектакль, который бы привлекал зрителя своей музыкальностью, своей красочностью, колоритностью. Я хотел, чтобы ни одной минуты зрителю не было в зале скучно, ни одной минуты спектакль бы не отпускал зрителя. И я очень надеюсь, что мне это в какой-то мере удалось, потому что спектакль этот очень популярный у зрителей, спектакль популярный и у критиков, очень хорошие рецензии были в любом театре, где он ставился. А спектакль идет и в Азии, и в Америке, и в России, и в Европе. Поэтому я очень-очень-очень надеюсь, что показ этих спектаклей здесь, в Токио, тоже вызовет такой же интерес у публики, какой вызвал этот спектакль и премьер, который была осуществлена именно здесь, именно труппой Тани Монго.